Так, ну что, поехали. Стоим, пьем чай здесь. Ребята, это эпический провал. Что делать? Зовите МЧС. Срочно звоните в МЧС. Хрустит, это позвоночник мой хрустит. Это адреналин из меня выходит. Бурку держи, бурка вырывается. Меня сейчас утопит точно. Конечно, утопит. Мама! Утопил! Не знаю, куда снимать, куда? Если вас успокоит, мне тоже страшно. Мама! Помогите! Рыбку не задави! Смотри, какая тина дальше. Помогите! Это ты выхлопных газов перенюхала! О, сейчас всем слышно! Всем слышно, как пища у нас шкребет по льду! Ребята, это настоящий крем на экране, мы сейчас видим, с кем мы идем. Да, мы забуксовали. Несите трос, кто-нибудь. Обратите внимание, какой. Мы, ребят, сейчас лежали буквально на сиденьях. Видели, как эта хрупкая женщина, которая водит огромные локомотивы дорожные, испугалась и пищала. Мы своего добились. Да, было дело. Ну что, как впечатление? Супер, я хочу сама поесть. О, вон, на тест-драйвом автомобиле. Мы, по-моему... Плохая примета женщину за руль пускать. Подождите. На корабле, а у нас корабль. Подождите, мы, по-моему, договаривались, что в конце всего мероприятия Герасим запишется на тест-драйв. Кстати, да, ребят, что я теряюсь-то? На тест-драйве нахожусь, что мне не записаться и не прокатиться на шерпе. Все-таки, а вдруг они какие-то другие? Мне уже голова болит. А повезет тебя вот эта замечательная женщина. Да. О, класс. Буду тебя пугать. Будешь у меня... Света, не надо. Короче, играть в материи. Так. Анкета. Так. Это кто у меня уже записался? Это кто записался? Уже. Позаписывай, что без меня. Ой. Я Герасим Шерп. Короче, это круто, ездить и не тонуть. Ездить везде, даже там, где волк срать боятся. Все, я, короче, ознакомлен, участвую в заезде. Все, ставлю галочку. А, все, на галочке принято. Надо расписаться, вот так. Принято. Все, приняты, да? Шикарно! Ура! Ребят, чудеса случаются, и все-таки оказалось, что именно сейчас я могу даже уже поучаствовать в тест-драйве этого легендарного вездехода «Шерп». Я не понял, почему место мое занято? И почему за рулем не только... Женя! Женя, я только тебе доверяю. Давай за руль это самое, меня прокатишь сейчас. Вдруг я что-то не знаю, мне какие-то смутные сомнения возникают. Все почему-то пищат, когда приезжают с тобой, а я что-то езжу и не пищу.
Не за авто, мы женщин на борт не берем. Вдруг потонем. Я сейчас залезу сама через форточку. Вот сам ниточку дергай. По правилам надо одевать каску. Вот такую. Без каски ну никак, ребят, не пускают просто. Все. Техника безопасности. Техника безопасности, строгий пилот очень. Пассажира надо посадить. Это была подстава. Как подстава? Ну вы так хотели, без этого залезать. Да ладно, она колесо на фуре сама поменять может. Легко. А тут забраться не может, а? На одного меня. Поехали. Давай, в лес дремучий. Со всех карманов камеры торчат. Да. Папарацци облепили. Так, вот так колеса накачиваются. Ага, вот так. Подождите, покажите еще раз, как накачиваются. Педаль вот так педаль нажимаем и накачиваем. Да, и накачиваем. Ага. Удивительно, удивительно, да. Да. А руль где? Руль. А где руль, кстати? Как рулить на нем? Руль. Как на нем рулить? Знаете, мы потом подвезем. Руль в магазине. Забыли, еще не поставили. Удивительная система управления мыслью. Моргаешь левым глазом, поворачиваешь налево, правым, вот, право. Закрываешь глаза, он тормозит. Кнопочка, смотри, круто. Ух ты, а это поворотник был, да? Можно я тоже бибикал? А, я бибикал на шерпе! Очень-очень-очень волнительно. Очень волнительно. Да. Такие пассажиры. Понял еще. Вроде есть что-то необычное, а что, не могу понять. Мясо давай! Мясо? Давай мясо! Че ты нас по полю катаешь? По полю! Я здесь на своей девяточке пролечу! По полю там красота! Это не твоя тут девятка стоит? Моя девятка там вот как раз, в торфе в этом, утоплена! О, мама! Я вас аккуратно! Хорошо! Вот, собственно, мы вам показываем, как устроена трасса для тест-драйвов. Даже мне волнительно. Своей с дрифтом пройдет, ёк, задним да, ходом, конечно, да. Задним ходом проскочит. Боком. Мне фура, блин, на ровном месте замыслила. Вы видите, как я покраснел, ребят? Действительно, это магическое какое-то место с этой стороны. Краску сразу пробивает. Да, какая-то красная краска в лицо заходит. Ой, папа дорогая. У меня кепка напала. Это техника безопасности автоматическая. Техника безопасности на меня нападает. Я тут периодически улетаю. Хорошая у тебя здесь трасса накатана. Слушай, вообще хорошая. Я и не подозревал, что здесь такие дебри есть. Russian military танк! А теперь водные процедуры. А, моемся, да? Нет, тут на наушники. Спасите! Я же говорю,
ботинки, посиди, пожалуйста. Мы тебя позже заберем. Ты выходишь? Все, она выходит. Выходи давай. Выходи. Хорошо. Закончилась поездка наша. Это пятна у меня радости, не удивления, ничего. Это пятна радости на лице. Вот. Женя стремительный, будем его теперь звать. Ну что, как у вас впечатление о Шерпе? Что вы а у вас как впечатление? У нас сейчас вот мы сейчас выйдем, вытряхнем впечатление, вам все расскажем. Уберите камеру, не показывайте нас пока. Ну что ж, мы посмотрели на трассу тест-драйва. Спасибо Евгению Галитбарову, за внимание. Призеру Ладога 2016, да? Да. Ладога 2016, он занял второе место. Ну и то, как бы уступил гуру Алексею Маратовичу Карагашьяну. Алексею Маратовичу отдельное спасибо за то, что он придумал такую машину, которая вывезет из любой задницы. Давайте, смертнички, с Богом! Всем привет! Так, ну что ж, ребят, Мишка, как обычно, поставил подальше жерлицы. Оказывается, там новое, ну, русло нету, старое русло реки, вот оно проходит. И по нему надо ставить как раз жерлицы. Сейчас я их поснимаю быстро, Мишка пробурит лунки новые, мы быстро их поставим заново. Вот наши модные жерлицы, смотрите, как огонь горят, а? Шикарно вообще. Переставили, идем дальше. Ставить на правильное место. Ну что ж, пойдемте, типа, поставим наши, типа, жерлицы. И, типа, будем ловить, типа, рыбу. Сверли ее, Мишка. Ребят, вы хотели скромной рыбалки где-нибудь недалеко на небольшой речке? Пожалуйста, вот, скромно, недалеко, практически возле дома. Смотрите, вид какой отсюда открывается. Ай-яй-яй, красота какая. Сумасшедшая красота просто. Все, Мишань, туда дальше, наверное, не ходи уже. Вот наши жерлицы-красотки. Я их пока тут расставлю, потом Мишка поснимает, и я все устанавливаю. И все? О, блин. Фу, испугался, первый лед треснул здесь. Фу, ребята, вот это я измену словил, смотрите. Встаешь, и лед такой, хопа, первый под тобой проваливается. Я уже думал, все, буду тонуть. Нет. Мишань, ты посмотри, как ярко, да, какие яркие... Какие, да, вот здесь вот одно оставь. Какие яркие, это самое, краска как. Блинчики. Шикарно, это самое, флажки хорошо видно. Давай сюда поставим. Давай.
Так, Мишаня, бери камеру. Аккуратно, в ногу себе не забури. А я сейчас попробую поустанавливать жерлицы, а то обычно Мишка их ставит. А теперь попробую я. Сейчас мы померим глубину здесь. У нас кривень точка. Ну, глубина-то какая здесь. Губастая. Все. Ну, не такая уж и губастая, 1.5 метра. Так, этот у нас ставился. А, просто он загибался. Не просто. Нет, Герасим Васильевич, немного неправильно вы делаете. Почему? Давайте я вам покажу один раз. Все, я правильно сделал. Нет. Вот он. Нет. Ну как? Вот же поклевка. Поклевка. А, ты эту. Я не отсюда было. Я правильно, я слева направо смотрю, а ты слева, на, слева налево. Вот. Эти Мишка что на меня наговаривает, что я поклевку неправильно делаю. Все я правильно делаю. У нас система вообще работает. Флажков сейчас система, ребят, просто проста до безобразия и безотказна, как автомат Калашников. Все. Ребят, там очень тонкий лед стоит. Поэтому, нам... что здесь? Поэтому я буду стоять здесь и наблюдать за вас, за Герасим. А я тут! Так, сброс лески у нас происходит. Нет, так он не надо переворачивать, его наоборот надо течет. Флажком вниз. А, точно. Сброс лески, ребят, происходит. Ну, вот. Надо флажок вынимать. Флажок вынимать, да, на большой глубине, ребят. Надо вынимать. Внимательно вынимать флажок. Снимать раскривушку. Ну, сейчас мы его уже поставим. Видите, я так просто... Оставь 1.2 метра, Гер. Щуки-то, это не налим, Гер. Ну да, я сейчас здесь намотаю. Вот так вот. Оп. Идем дальше. Берем пальчик. Так. Флажок надо развернуть в эту сторону. Берем пальчик, поднимаем. И вот так. Хлоп. Все. Она стоит. Да. Молодец, будешь всегда ставить постовухи. Нет, нет. Да. Чик-чик, ты ничего не видишь. Всегда. Чик-чик, вот будешь теперь всегда ставить, раз у тебя так хорошо получается. А вы думаете, почему он ставит? Он просто умеет. Я просто технологичный. Да, Мишка полезный. Вы видели? Автомат Калашникова, а не постовухи. Флажок не примерзает, работает как часики при поклевке. Хоба, все. Усилие ровно столько. Мы несколько лет испытывали натяжение на леске при поклевке различной рыбы. Вот эти флажки чисто щучьи. У нас целая на коллекция они. Динамометров. Да. И мы их висотяги там привязываем к жерлицам и проверяем, с какой силой у нас происходит. У нас целая лаборатория большая. Короче, так что ждите серийного выпуска наших постовух. И это будет бомба. Это будет революция на рынке жерлиц. Мы просто взорвем все. Следующую выставку займем весь зал. Одной жерлицей. Одной нашей жерлицей, да, нефтекачалкой. У нас Газпром ее купит. Привет, мы тебя отпускаем. Пока. Мы, правда, не знаем, ловится она на креветку или нет, щука. Здесь у нас другой поклеватор стоит, но тоже эффективный. Да, здесь другая клевушка. Так. Вот здесь... запас, который вы спрашивали, какой здесь, запас дается. Мы делаем вот так. Хоп. Но этот вариант чем критичен, то что может флажок примерзнуть к самой жерлице. Да. Мне больше нравится вот тот вариант с флажком. Так. Здесь прищепочка у нас, мастер, раз, все. Цик, все, тоже вот так вот срабатывает все. Это срабатывает, у нас должно флажок мы поднимем. Вот видишь, может примерзнуть. Да, может примерзнуть. Ну, поэтому... морозов вроде не намечается. Поэтому... Ну, это у нас экспериментальный такой, да. Курочек. Все сделали, мы молодцы. Тест-драйв на сегодня закончен, и можно собираться домой. Вот и закончились наши постовухи. Да. Постановочные видео закончились. Да. И начинается лайв и драйв. Жизнь. Жизнь. Все, счастливо. Ребят, закончился тест-драйв, но не наши приключения. Я потерял телефон. Может быть, он там где-то выпал еще. Может быть, да. Поедем удачно.
бывает, а? Да ей, поехали, поехали, здесь уже рядом. Потерять-то нечего. Ну да. Шерп. Опа, он выйти не смог, сразу завернуло его. Ну что, сейчас пойдет второй заход. Заодно мы посмотрим. А, он задним ходом хочет выйти. Что ж, интересный номер. Нет, просто разворачивается. Просто разворачивается. Колеса неравномерно на лед попали и его развернуло. Посмотрите, какой паучок пришел. Весна, ребят, весна. Стажер! Что-то не получается у Жени выйти. Балуется, наверное. Ох, какие фонтаны, посмотрите только. Ну что ж, может сейчас им больше повезет. Опа! Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо, пока!